Самооценка – это и есть оценка самого себя, своих достоинств и недостатков. Основы самооценки закладываются в детстве. Важную роль играет общение с родителями, друзьями и учителями. Адекватная самооценка влияет на процесс принятия решений, на отношения с окружающими, на эмоциональное здоровье и, конечно же, на обучение. Для развития здоровой самооценки нужно понимать и соотносить свои возможности с реальностью. Например, если ты хочешь получить пятерку на уроке, то следует к нему подготовиться, а не надеяться на авось. Лови несколько простых советов, чтобы поднять самооценку. Для начала старайся не сравнивать себя с другими. Помни, что сравнение всегда субъективно и зачастую не имеет отношения к твоим настоящим способностям. Учись воспринимать неудачи как часть опыта. Анализ подобных ситуаций поможет в будущем избежать ошибок. Ставь задачи, которые точно сможешь выполнить. Что-то несложное, например, сделать уроки или помыть пол. Все это запиши, а когда закончишь, вычеркни сделанное. Так ты обретешь уверенность в себе. Кроме того, самооценка зависит от достижений в важных для тебя сферах. Например, если ты хорошо готовишь, пригласи друзей на обед. Или, может, ты умеешь делать красивый макияж, поделись своими лайфхаками с подругами. Крис, ты чудо, спасибо. И напоследок, учись принимать комплименты, даже если они тебя сильно смущают. Следи за своей реакцией, не оправдывайся и не отрицай похвалу в свой адрес. Лучше просто скажи «спасибо». Ты настоящий профи. Спасибо.